В январе в департаменте экологии вновь озаботились вопросом содержания животных, которые используются для прибыли. Комиссия, контролирующая условия, заинтересовалась в первую очередь лошадьми, которые в Одессе часто используются для бизнеса. В итоге проверок нашли одного нарушителя. Было здесь на две встречи с властниками коней. В одному випадку було встановлено неналежне утримання коней. Хозяина этих лошадей ждет административное наказание за жестокое обращение с животными. Результат неплохой, вот только систематического контроля за условиями содержания в нашем городе все еще нет. В 2017 году уже создавалась подобная комиссия, но действовала она крайне недолго. Ждет ли новую комиссию подобная участь или все-таки на этот раз дело доведут до конца? Мы очень рассчитывали, что она будет постоянной, но тогда она проработала всего 3 месяца, и эта комиссия, в состав которой вошли представители и профильных департаментов, и полиции, и общественности. Мы тогда ходили по многим точкам. Мы составляли протоколы, многие были оштрафованы. И, в общем-то, тенденция наметилась такая, что условия содержания начали улучшаться. Проверку комиссия осуществляет по 3 блокам. Требования к лошадям, требования к прокатчикам и требования к условиям содержания животного. По критериям проверки лошадь не может работать более 8 часов подряд, а прокатчик обязан уметь оказывать животному первую медицинскую помощь. То есть требования к лошадям, нужно обязательно проверять их степень упитанности, проверять состояние здоровья, то есть подкованы, не подкованы. Проверять наличие документации, то есть если сама документация имеется у хозяев, у берейторов, которые работают в городе, должны быть ксерокопии документов на разрешение на работу, на непосредственно на само животное. Летом здесь, на Дерибасовской, работает около 20 лошадей. Сейчас их стало на порядок меньше. Всего 1 лошадь вышла сегодня на улицу. Как работает с животным во время холодов и есть ли у хозяйки нужные документы, будем сейчас узнавать. По правилам содержания у девушки должны были быть копии документов на лошадь, но они оказались у хозяйки. О, у меня конкретно нет, у моей начальницы есть. Да? Да. Копии или... Паспорт, зеленый паспорт. Все остальные условия содержания девушка не только подтвердила, но и рассказала нам, как на экзамене. Ее подопечный Кузя был одет в теплую попону и наушники. Очень заинтересовался микрофоном и, по словам девушки, не мерз. У нас утепленные единики, конечно, мы сыпем опилку, чтобы они не замерзли. У нас опилка покрывает полностью все копыто. Она содержит мягкую подстилку и ими тепленько. Не приставай ко мне. Еще у нее мягкая попона. Она очень теплая. Лошади, поскольку не боятся холода, они боятся больше ветра и сквозняка. Чтобы определить признаки жестокого обращения с животными, не обязательно быть специалистом. Работа при минус 10, отсутствие теплой попоны и худоба – 3 причины, по которым вам стоит немедленно обратиться в территориальный орган Государственной экологической инспекции или вызвать на место полицию. Александра Явник, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».